когда у нас есть скотч, и мы проделали какую-то работу, и нам необходимо его оторвать. Мы начинаем его вот так сильно рвать, чтобы как-то его оторвать. Но у нас не очень-то получается. Тогда мы берем ножницы и ножницами режем. Вот так режем. Но есть хороший способ. Это когда мы поделали работу, берем гвоздик или другой предмет и вот так прокалываем и вот так разрываем скотч. И у нас это выходит очень быстро и очень или с сильным движением натягиваю на себя. Два способа именно как работать со скотчем.